хождение босиком по снегу почему-то считается экстримом. Хотя, вот, например, я леплю снежок, перекатываю снежок из руки в руку, ну, как бы, и это вроде как ничего. А ногами по снегу это почему-то экстрим. На самом деле, главная ошибка тех, кто пытается ходить босиком по снегу, заключается в том, что они выходят и стоят босиком на снегу, а надо ходить. То есть я тепло одет, иду босиком по снегу, но я не стою, и мне как-то ноги даже не мерзнут совершенно. Когда нога наступает на снег, то она охлаждается. Когда нога поднимается над снегом, то протекающая к ноге кровь ногу согревает. Единственное, что немножко скользко, потому что на ногах нет рифленой подошвы, как есть на обуви. Ноги не отморозил, а даже немножко помыл. Не надо, чтобы сверху на ноге был снег. А еще очень полезны со снегом косметические процедуры. Пользуясь случаем, что выпал снег, я намываюсь. Раз снег не рассыпчатый, но как-нибудь. При этом, чтобы где-нибудь за ушами или на шее не оставались комья снега, потому что они будут слишком сильно охлаждать. Бодрит и позволяет не покрываться раньше времени морщинами. Хожу. Вот я тоже босиком хожу. У меня, правда, ноги более чувствительные, но не ходят. А то что-то у меня ноги замерзли, можно их растереть полотенцем.